источник, освящен настоятелем Свято-Трифоновского храма, священником Николаем Николаевичем Ринчаком. Вода мая ликувальної якості, лікування очей. Пийте і будьте здорові. Зміївський район. За поселком Мохнач или Махнач. Называется Суворовский источник или Руде джерело называют его еще. Смотрите, какая красота. Так по желобу водичка идет. О, вот тут ванны принимают. Сейчас буду окунаться. О, гуд. Смотрите, какая водичка. С железом. Ой, тут камешки походить можно. Ой, красота. Класс. Суворовское джерело. По легенде тут проходил Суворов, говорят, с войсками. Но исторического подтверждения нет. Сейчас буду купаться. Мотоцикл оставил там. Красота. Вон скамеечки есть для переодевания. Одеться можно. Здесь скамеечка есть. Водичка какая чистенькая. Ну ладно, все. Пора купаться. Такой мостик идет туда. И по нему, если идешь, выходишь к реке Северский Донец. Так,